Максим Зак – лікар-гастроентеролог із 20-річним досвідом роботи. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, така насущна проблема, знаєте, перед Новим роком – це переїдання, те, що дуже люблять ось триматися, там в останні дні кажуть «не чіпай», а от на Новий рік вже потім об'їдаються і потім виникають проблеми зі здоров'ям. Отже, давайте сьогодні з вами розбиратися, як нам не нашкодити своєму здоров'ю. Отже, перше питання таке, ось переїдання. Чому воно стається і як, можливо, тримати, чи варто себе тримати там на дієті якісь перед Новим роком, щоб потім нормально їсти, от як ви порадите? Да, действительно, очень важный вопрос, особенно вопрос важный в период праздников. Ну, надо сказать, что питание – это такой же образ жизни, как и все остальное. И на самом деле переедание – это не любовь к своему организму, да, не любовь к себе. И хочется пожелать зрителям, чтобы праздники ассоциировались не только с вкусным столом, с такими любимыми напитками, но в первую очередь, чтобы праздники ассоциировались с положительными эмоциями, с какими-то новыми впечатлениями. Mm-hmm. А еда, она должна обязательно присутствовать. Это должна быть еда вкусная, приготовленная из качественных продуктов. Это должны быть хорошие напитки. Но если это будет через меру, то праздники можуть бути спорчені. Угу. Ну от що робити, якщо, от, наприклад, тримаємось, от є такі люди, які тримаються на правильному харчуванні, так от, але думають, та на Новий рік я собі дозволю, все ж свято, можна, до того ж їдемо до родичів, там особливо мами, бабусі люблять нас перегодувати, от як воно зашкодить нашому організму, якщо ось будемо спочатку триматись на правильному, не переїдати, а потім різко ось так наїстися в одну ніч, можна навіть сказати. І так, що на ніч їмо так, а ще й багато. От розкажіть, як це шкодить нашому організму, як він Безусловно, это может вызвать обострение каких-то заболеваний. И после Нового года, безусловно, после новогодних праздников, вот особенно популярно многие уезжают на курорты различные, и там тоже несколько дней подряд идет нагрузка на организм. И вот январь к гастроэнтерологу всегда приходят пациенты, их значительно больше, чем в другие дни. Да, потому что это вот такое переедание, употребление большого количества пищи, тяжелой, острой, алкогольные напитки, это вызывает обострение в первую очередь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Или обострение хронических заболеваний. Или человек никогда не болел, но дал такую серьезную нагрузку, и это может вызвать расстройство пищеварения, с которыми самому не справиться. Також часто на новорічному столі ми можемо бачити такі екзотичні фрукти, ось, знаєте, теж на Новий рік буває собі дозволяєш. Якщо ми їх не вживали там, можливо, впродовж року там, чи от на якогось недовгого часу, і от вирішили з'їсти на Новий рік і от поєднати з іншими, чи можна, як це можна розглядати на впливі на організм? Ну, вообще надо отметить, что сегодня заболеваемость меняется, и очень высокий рост мы наблюдаем аллергических реакций. Очень высокий рост. И здесь надо предостеречь наших зрителей от того, что комбинация разных блюд. Вот зимой мы много, всех покупают детям цитрусовые, апельсины, мандарины, киви. И как бы вот в праздники их в большем количестве съедается. И надо предостеречь, что вот эти вот экзотические фрукты, они могут вызывать аллергические реакции. Угу. И на самом деле вот после заболеваний желудочно-кишечного тракта следующей причиной по частоте обращения, именно связанной с пищевыми, так сказать, погрешностями, это аллергические реакции. Это высыпание на коже, кожаный зуд и вот такого плана. Поэтому рекомендация здесь следующая. Если вы склонны к аллергии, все, что касается новых каких-то блюд, новых пищевых продуктов, надо съедать небольшой кусочек, небольшую дольку какого-то фрукта. Вот. И если вы чувствуете, что вы нормально переносите, у вас не вызывает там, не вызывается какое-то, так сказать, неприятное ощущение в теле, тогда можно съесть еще там несколько кусочков. Вообще, самая главная такая рекомендация – это умеренность. И тогда все будет хорошо.
и с наслаждением. Да? Умеренность и кушать с удовольствием и качественные продукты. Угу, якісні продукти, так? Ну, давайте нагадаємо, скільки взагалі, от, як треба їсти правильно, прийом їжі, от як він має бути? Там півгодини для того, щоб нам зрозуміти, що ми вже ситі, чи скільки? От, і що з чим краще не поєднувати взагалі от, під час прийому? Це хороший питання. І я вам скажу так, у кожного чоловіка, в каждой семье есть свои, так сказать, пищевые стереотипы, да, то есть вот как мама приучила, да, там, хозяйка, да, свою семью, так эта семья и питается, и в целом, если человек не страдает какими-то заболеваниями, хроническими заболеваниями, то его рацион пищевой формируется из того, какой объем энергии он тратит в течение дня. То есть для людей тяжелого физического труда, умственного труда, нужно больше калорий. Да? Угу. Если человек, так сказать, ведет не очень активный подвижный образ жизни, тогда нужно там меньше калорий. Поскольку действительно, вот мы сегодня видим, что несколько глобальных проблем. Вот в Америке две глобальных проблемы – это ожирение и депрессия. Угу. Да. Поэтому и сегодня доказано, что питание, неправильное питание может быть, то есть злоупотребление какими-то, не злоупотребление, а регулярное использование определенных пищевых продуктов может обладать и канцерогенным эффектом, то есть, да, вот, вызывать атеросклероз, сахарный диабет. Да, это так называемые болезни обмена веществ, атеросклероз, сахарный диабет. А мы знаем, что атеросклероз ведет к повышенному артериальному давлению, ишемической болезни сердца. И, естественно, здесь питание становится частью лечения. Да, вот когда пациент приходит к врачу, он ждет, что ему выпишут какие-то лекарства. Да. Но врач ему говорит, вам надо снизить вес, вам надо питаться иначе, вам надо больше прогулок. И это важнее иногда, чем прием каких-то медикаментов. Слухайте, як виявляється, тут все складно, тут не просто новорічний стіл, тут треба все розуміти і знати. А от якщо деякі люблять, так знаєте, тримають себе цілий день і думають, що якщо я не буду їсти цілий день, то ввечері на мене це не так дуже буде впливати, те, що я переїм, що я з'їм ту норму за день. Чи правильно такі думки, от, тому що людей це цікавить, вони так думають просто? Я вам скажу, я взагалі сталкиваюсь нерідко з пацієнтами, коли я спрашиваю, як ви питаєтесь? Ну, и бывают такие ответы, я говорю, утром там пью кофе, днем что-то перекусываю, а уже прихожу с работы, начинаю есть, и съедаю все, что, так сказать, там... Все, что бачу, так? Да. Ну, такой стиль питания, он долго... могут возникнуть проблемы. Да. Угу. Поэтому, конечно же, это долгая, это тема отдельной передачи. Вот, поэтому, безусловно, питание должно быть распределено с интервалами там, 3-4 часа, а у пациентов с определенными заболеваниями 2-3 часа. И только в этой ситуации будет как бы какой-то позитив. Угу. Ну, мы разобрались, как правильно. Давайте, если все ж людина переїла, вот она не втримала себе, что робити? От, певне, якісь поради від вас, зараз коротенько, для тих, хто все ж переїв, що далі? Ну, безусловно, следующий день, если вы чувствуете, что вы переели или, так сказать, выпили чуть больше, чем ваш организм мог бы выпить, да, был готов, то следующий день должен быть разгрузочный, такой легкий, да, щадящий день. Вот, мы сейчас... Не доедаем эти салаты, какие залишились, так? Не доедаем, и главное, не допиваем, а то, что осталось в бутылках, потому что это уже будет, так сказать, алкоголизм. Ведь самый главный критерий алкоголизма, да, можете ли вы отказаться от еще одной дозы, да, то есть вот как бы, вот вы хотите выпить, но вы можете в этом себе отказаться. Если человек пишет, говорит, что он не может, тогда это уже как бы вот болезнь. Это первый момент. И второй момент, сорбы, очищение желудка, очищение кишечника и белый уголь, белые сорбенты, потому что от черных мы уже отказались, мы переходим на белые сорбенты. Ну вот какого такого плана. Дякуємо вам, дякуємо за такі поради. Я думаю, це дійсно корисно знати для тих, хто от все ж не втримається, люблять попоїсти на Новий рік, то ви тепер знаєте, як себе врятувати і, можливо, як себе втримати. Я нагадую, Максим Зак, лікар-гастроентеролог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини був сьогодні у нас в гостях, поділився порадами, думаю, дуже актуальні перед Новим роком, тож відмічайте Новий рік так, щоб ви потім були здорові і вам нічого не зашкодило.